Скажите, пожалуйста, замечали, что женщины, когда красят глаза, открывают рот? Да. С чем связано, как думаете? Ой, я даже не могу вам сказать. У меня есть 4 сестры, они так постоянно делают. Может, им как-то удобно это? Наверное, так захватывает процесс прокрашивания ресничек, что от этого открывают. Но вы так делаете? Я и не замечаю. Вы так не делаете? Нет. Я не крашу уже. Не красите глаза? Уже не крашу, но рот не открывала. Ну, наверное, чтобы кисточку послюнявить. Скорее всего, мышцы натягиваются, и там лучше видно ресницы. Поясните нам, чтобы мы все поняли раз и навсегда, почему женщины, когда красят глаза, открывают рот. Самая распространенная мужская точка зрения, что женщины удивляются собственной красоте, глядя в зеркало. Вот. Но с научной точки зрения это объясняется очень просто. Это некий рефлекторный акт, который позволяет женщинам расслабить мышцы лица. Примерно такой же рефлекторный акт мы можем наблюдать у мужчин в процессе бритья. Также есть еще такая мелкая хитрость. Во время того, когда рот открыт, уменьшается колебание грудной клетки, что позволяет снизить погрешность нанесения макияжа.